Красиво жить не запретишь. Аппарат президента Майи Санду, строивший свою предвыборную кампанию на скромности и критике президентуры, якобы жившей на широкую ногу, в этом году потратит на 5 миллионов больше, чем в прошлом. Если в 2020-м содержание резиденции первого лица обошлось в 24 миллиона леев, то в этом расходы запланированы почти на уровне 30 миллионов. По данным сайта telegraph.md, аппарат президента только в первом триместре планирует потратить на электричество столько же, сколько в 2020-м на весь год – 2 миллиона 400 тысяч леев. Еще в 280 тысяч леев обойдутся в первые три месяца цветочные композиции. А ведь во время предвыборной кампании Санду, напоминает портал telegraph.md, жестко критиковала роскошь президентского дворца, но, став его хозяйкой, озаботилась скудностью обстановки. Судя по документу, подписанному генсеком президентуры Андреем Спыну, в начале года планируется прикупить еще мебель на 200 тысяч леев и еще на 250 тысяч приобрести офисной техники. Санду оправдывается тем, что урезать бюджет не в ее власти. Это должен сделать парламент. А пока не сделал, деньги потратят на нужды ее резиденции. Când o să fie rectificările, atunci o să venim cu aceste modificări. Dar până atunci noi încercăm să cheltuim cât mai eficient resursele statului. În documentele publicate de președinție se scrie că se vor procura mobil, calculatoare. Nu se procură nimic, de ce nu este necesar. В списке первостепенных нужд указаны и персональные ежедневники на 2022 год, которые обойдутся бюджету в 30 тысяч леев.